Привет, мой дорогой подписчик. Мы дома. Сегодня у нас... А сегодня что у нас? Воскресенье. А сегодня воскресенье, мои дорогие. Хе-хей! Всем привет. У нас здесь наши будни. Мы малышам подогреваем вкусняшку. Видите, уже Ричард какой. Ричард просто огромен. Маркус уже обжился весь такой. Зайка, аккуратно, не наступи на малыша. У них сегодня новые игрушки. Смотрите у Маси, она вам скоро покажет все. Я сегодня вышел к вам, думали пойти в ресторанчик, но что-то Мася говорит, а давай-ка останемся дома и посмотрим что-нибудь интересное. Я не знаю, что-нибудь интересное надо посмотреть. Что? Что ты? Так, привет из Питера, у нас холодно. Так, конечно, конечно, в Питере холодно. Уже же осень везде. Я сегодня еще хотел делать пост и делаю этот пост вам по поводу чего. Первое, у нас 18 числа начинается марафон. Около 100 человек не присылали свои билеты, и поэтому они пропускают, в общем-то, все те блага, которые уже у нас есть на страничке марафона. Ведь, несмотря на то, что марафон у нас 18 числа, мы каждый день выкладываем там посты, рассказываем по поводу системы тренировок, разгрузочных, загрузочных дней. Мы рассказываем все по тренировкам, и это не все, у нас же там еще целых 5 подарков. Обычно у нас на страничке марафона 500-600 человек. Подарков в этот раз целых 5. От клиники Галактики, и вот от Ильи Тионова, от Ларисы. Илюха сделает зубки, там 3 подарки от Илюхи, очень нехилых, но все это будет у нас здесь, в Москве. Так что, кто победит, надо в Москву, конечно, приезжать. Лариса сделает операцию. Это очень нифиговая такой подарок. Представляете себе подарочек такой под Новый год. Почти на треть мульта. Ну и, конечно же, от Юли, от нашей Сида Тур у нас супер подарок. Это путешествие на двоих. С 10 января по 30 января. Вот, на двоих в жаркую страну. Так, в Белгород мы приедем. Еще идет согласование. Добивается сейчас все по договорам, они еще не прислали его нам в подписанном варианте. Как только нам подпишет Белгород, мы, соответственно, вас тоже запишем в таймпад. Кто еще не заметил, у нас вот здесь вот наверху, в шапке профиля, есть ссылка. Таймпад называется. И там все наши мероприятия, все концерты, где мы будем, все, наш марафон здесь же находится. В общем-то, все находится здесь. Кто не заметил, у нас вышла книжка. 48 часов назад мы выпустили книгу. Первая книга с масляными закатками. Она очень веселая, очень суперская. Ищется она очень легко. О, Imperium Vox! Привет, мои дорогие! Именно у них мы забрали нашего вот этого малышка. И вот так вот нашим подписчикам, с которыми мы уже давным-давно общаемся, уже несколько лет, виделись наконец-то вживую. Это очень приятно. Лиза, привет, моя дорогая. Так, что еще? Давайте я вас как-нибудь так вот удобно здесь поставлю. Многие говорят, что мне тоже нужно сделать кулинарную книгу. Я задумываюсь по этому поводу и думаю, все должно получиться приятно. Так, Питер, 13 часов, ждем. Обязательно. Мы проедем по всем городам, мои дорогие. И к Владивостоку мы тоже доберемся. Позавчера я делал пост, в какие города мы с Масеней приедем. Итак, города, в которые мы попадаем в ноябре. Это у нас первый город Краснодар. 10 числа мы едем в Краснодар. С этого начинается наше турне. 13 ноября мы 5 лет с Масенькой вместе, 5, и мы решили отпраздновать его, конечно же, в том городе, в котором мы познакомились. Да, я из Питера, это, соответственно, событие пройдет 13 ноября у нас в Петербурге. Дальше мы едем в Казань. В Казани мы будем 16 числа, и будет очень-очень у нас тоже нехилый такой вот момент, потому что Казань, очень много у нас подписчиков, практически, наверное, может быть, чуть меньше, чем в Петербурге, но, соответственно, Москва номер один, потом Петербург, потом у нас идет, конечно же, Казань. Вот. А дальше у нас на повестке дня Самара. Самару билеты уже тоже есть. Обязательно. Это 26 число. И Белгород у нас должен быть 23 числа, но, соответственно, ждем, пока нам подпишут сейчас окончательные документы. Когда они подписаны, нам пришлют, я уже запущу и афишу, и сюда в таймпад закинем все эти моменты. Приедем ли мы в Воронеж? Итак, дальше. Позавчера мы делали пост, какие еще города мы посетим до моего дня рождения. Кто не помнит или вдруг кто не знает, у меня день рождения 1 апреля. Итак, до 1 апреля мы посетим еще 10 городов. Они прописаны у меня во вчерашнем посте. Я боюсь сейчас наврать, но это точно. Новосибирск, это номер один. Это Воронеж, это Нижний Новгород. Это Владивосток. Это... Короче, и надо смотреть, какие еще города. Екатеринбург, да, там есть точно. По поводу Украины.
Украины. В Украину мы очень хотим приехать. Мы знаем, что нас там ждут. Это просто, просто неимоверно, как нас там ждут. И обязательно мы попадем туда и сделаем это в 2020 году. Будем стараться это сделать до 1 апреля, но здесь есть вопрос организации, потому что все-таки это другая страна и не так все просто. Я думаю, что это мы сделаем, наверное, к лету. У нас сейчас очень много идет предложений с Украины, кто хотел бы, чтобы мы туда приехали, кто готов нас туда привезти, но пока все идет с согласованием. С Украиной ничего не решилось. Почему ничего не решилось? Все идет, вы знаете, все вот так вот, все очень непросто. Многие, знаете, считают, а чего вы не приезжаете к нам в город? Объясню, как это происходит, если вдруг не в курсе. Итак, чтобы шпаки приехали в ваш город, мои администраторы начинают искать площадки. Мы звоним, узнаем разные площадки, но некоторые площадки хотят аренду такую, что проще купить себе машину. А вот, поэтому мы ищем площадку, которая вполне адекватная, иначе это получается все очень непросто. Дальше, соответственно, мы все это согласуем вместе с юристами, с бухгалтерами. Все это происходит совершенно официально. Проходит аренда площадки, должны быть согласованы мероприятия, должен быть согласован звук. Если звука не хватает, мы связываемся с компаниями в том городе, в котором есть, допустим, как в Казани, где мы докупаем необходимую нам аренду звукового оборудования, светового оборудования, а вот звукорежиссера, который будет находиться в зале. Собственно, будем... Это очень большой процесс. Дальше нужно купить авиабилеты, чтобы долететь туда и обратно. Летаем мы не одни, не летаем мы с нашими друзьями, с Дилей, с Колей. Вот, потому что благодаря им и появился, в общем-то, весь второй альбом. Вот такие вот дела. То есть, все выходит достаточно непросто. И когда мы сейчас начинаем прозванивать в некоторые города, в многих городах просто нету площадки. У нас такой был затык с Белгородом. Мы звонились в одно очень популярное место, не буду ему делать бесплатную рекламу, но нам там сказали аренду ого-го, и мы поняли, что, ну, в общем-то, а в чем прикол? То есть, значит, тогда придется ставить стоимость билета там, в 2000 рублей. И это будет нехорошо. Вот. Так, входит ли еда в стоимость билета в VIP-зону? Нет, мои дорогие, VIP-зона это просто отдельное место для тех, кто не хочет находиться прямо в танцевальной зоне со всеми. Это обособленное место для тех, кто хочет быть отдельно. Такие вот дела. Так, Сашка самый классный и красивый. Да, мне кто-то говорит, Шпак, нифига ты постарел. Нет, мои дорогие, свет так падает, я не побрился. Не знаю, на Сильвестра Сталлоне тоже посмотришь, смотришь, красавчик смотришь, где-то старенький. Но ничего, дорогие, все, кто пишет какие-то моменты, помните, как только вы открываете рот или начинаете кнопками бить по клавишам, вы говорите не о нас, вы говорите ровно всегда о себе. В Дагестане Сашу за его ногти и стрелки в горы кинут. Слушайте, это часто очень слышу, но тем не менее Масины песни играют и в Дагестане, и в Чечне, и в других кавказских регионах. Так что, в общем, проблемы никакой нет. Да, и друзей у нас тоже много. Все очень зависит от встречающей стороны. Сколько будет стоить билет в Нижнем Новгороде? Дорогие мои, все всегда зависит от аренды и от дальности перелета, звукового оборудования, которое есть в том клубе или нет, потому что это тоже очень не всегда все так просто проходит. Обычно везде стоимость билета в районе 700, 750, 800 рублей. В общем-то, вот так вот. Казахстан, привет, мои дорогие. Ой, Масенька, отдай мне эту свою, я хочу книжку показать. А ну ладно, сейчас Мася кормит маленького. Маленький, вы нас знаете, с ним все не тяжело. То есть перед ним надо встать на колени и сказать: Джейсон, покушай. Он делает так. Что вы мне принесли, людишки? Пойду посмотрю, что у братьев. И уходит. То есть вообще он не ест, но он уходит. Приходит. То же самое, что и у них. Ну ладно, дай попробуем. Примерно так проходит. Вот, поэтому те города, которые нам здесь пишут, ой, об Этнанге передаю. А те города, которые пишут, что мы не хотим приехать, нет, дорогие, мы везде хотим приехать. Но все укладывается в бюджет и в то количество подписчиков, которые есть в этом городе. Ну, чтобы вы нас реально правильно понимали. Мы забили 20 городов, 10 из них показало очень большое количество лайков, что нас хотят видеть. Мы сейчас как раз начинаем все это делать. Видим по билетам, что продается большое количество билетов. То есть уже, допустим, в Краснодаре уже продано 85% билетов, поэтому те, кто, в общем-то, не успевает, потом не обижайтесь на нас. Вот. И некоторые города просто не ставят лайки. Меня вот кто-то спрашивает, а почему вы не приедете? Какой же там город-то был? Нет. В Уфе много подписчиков? Я не помню, какой-то город маленький был. То ли Чита, то ли еще что-то. И все равно не вышел у нас ничего. Калининград позже приедем, дорогие. Кстати, это город, который вошел в десятку. Мы приедем туда до 1 апреля. Вы переехали, дорогие, мы давным-давно уже переехали. Мы живем в своем домике, здесь очень у нас хорошо, свежо и приятно. Я не болтун. Сейчас я жду, когда мне Мася даст какой-нибудь телефон, чтобы я показал, что
что у нас будет происходить. А пока еще раз давайте перейдем к марафону. Вот такие у нас подарочные сертификаты, вдруг кто не видел, от клиники «Галактика». Три приза от доктора Тиунова у нас на стоматологию, которую он сделает своими волшебными руками. Четвертый приз у нас от Ларисы, который на выбор сделает кому-нибудь ринопластику, мамопластику или липосакцию. Вот, все включено. И, соответственно, тур от Исида Тур на 7 дней. На двоих в жаркую страну. Это тоже вот те подарки, которые у нас есть. Так, где и как купить книгу, дорогие? Сейчас я буду показывать, но мастер все-таки меня определенно игнорирует. Сейчас я вам все покажу. Не уходите. Так. Ну, знаете, как у любых настоящих блогеров, 8 телефонов, а это слишком много. Так, как бы вам это показать? А что я парюсь, как это показать? Сейчас я вам просто это покажу. Смотрите. Сейчас я переверну. Вы заходите на страничку, ко мне, к Масе, кому угодно. Смотрите, рецепты, рецепты. Кстати, надо не рецепты написать, а книга, наверное. Они не всегда видят. Они спрашивают книгу, а тут написано рецепты. Сейчас переименуем в актуальном. Рецепты. Забиваете вот так вот, раз. Рецепты. Уже здесь комикс с вкусняшками. Дальше нажимаете вот сюда, вот на, твою ж, налево, на скрепочку. И смотрите, у вас па-пам! Главное, закатки от Маси, книга рецептов. Хочу. Все, нажимаете «хочу», и у вас происходит дальше, соответственно, следующее действие, которое помогает вам достаточно быстро все это сделать. Соответственно, войти, оформить заказ, в общем-то, и все, она появляется у вас. В общем-то, вот так вот. Так что с книжкой-то как раз все очень-очень-очень просто. Так, шоу. Что было дальше, никогда не смотрел, вчера в первый раз. Слушайте, ну, смотрите обязательно, да. Я там у них не первый раз. Ребята очень веселые. Я вчера делал у себя пост о том, как мы с ними познакомились. Они веселые, прикольные, интересные ребята, но сегодняшний уровень телевидения, шоу, Ютуба требует жести. Это ведь говорит не о ребятах, которые там участвуют, это говорит о том, какой спрос на все на это. Посмотрите, какое количество просмотров у таких программ. Кто бы что ни говорил, ни плевался, ни блевался, все равно ведь смотрят. Именно это и определяет то, что они делают. Собственно, вот так. А так, ребята-то, они отличные, прикольные, но жестить им приходится по самой верхней такой красной планке, иначе это никто не будет смотреть. Вы отлично там держались. Слушайте, с моей внешностью у меня выбор-то, в общем-то, невелик. Меня много часто где кто пытается обидеть. Но, в общем-то, так. Как книгу заказать на Украину? Дорогие мои, Украина, страны Балтии, Европа дальняя, Австралия, Америка, Канада. Книга совершенно свободна. Она в электронном виде. Вы совершенно спокойно заходите туда. Там система плат очень много. Все возможные. И, соответственно, отправляется эта книжка абсолютно сразу к вам. Если вдруг не отправляется, сразу пишите. Потому что где-то каждое 15-20, вот сейчас вот у нас получилось примерно 12, наверное, таких моментов, что уже почти 500 скачиваний у нас, 500 таких вот покупок книги. И где-то есть моменты, которые либо человек почту неправильно указал, либо еще что-то, это все решается, не стесняйтесь, пишите, мы всегда это решим. Вот, собственно, вот так вот. Чего сколько стоит? Слушайте, все же там, по книжке все видно, книжка специально у нас сделана, у нас 249 рублей, а по марафон у нас 1200, смотрите. Я с Киева, оплата не проходит. Пишите по этому поводу обязательно администратору, он вам напишет. Саша, писал я тебе и Масе. Так, что по поводу нам писали? С Брянска хотели бы нас видеть. Да, в директ не вариант. Обычно пишите это на администратора, и так будет гораздо проще. Чита Барнаул. Вижу очень много сообщений про Барнаул. Везде обязательно пропишем. А, сколько стоит пластика? Пластика бесплатно будет. Для тех, кто у нас участвует в марафоне, я же говорю, у нас целых 5 подарков. То есть для всех участников марафона, всех, кто подписан у нас на Ларису, Илью и на нашу Юленьку с Исида Тура, у нас есть 5 супер подарков. Обычно в марафоне участвует примерно 500 человек, поэтому каждый сотый имеет возможность себе, помимо красивой фигуры, сделать еще и великолепный суперский приз, о котором он мечтает. Кто пишет слова песен Масе? Слова к песне, к песням и аранжировку делают Диля с Коля. Посмотрите, они у нас есть в подписках, именно они у нас приглашенные гости на все наши мероприятия, которые, по крайней мере, у нас пройдут в ноябре. Вот. Казань, привет, мои дорогие, ждите, скоро мы у вас. Саша, зачем ходил на дурную программу? Слушайте, еще раз повторю. Не место красит человека, а человек красит место. В общем-то, так оно всегда было.
А зачем туда ходил? Я люблю стендап, я люблю камеди. Ребята, на самом деле, меня очень любят и уважают, но, тем не менее, проблема состоит в том, что они говорят, нам придется шутить по красной шкале. Я говорю, не проблема. Саша, есть ли у тебя член? Учитывая, что вас зовут Алексей, Алексей, это огромная проблема. Вот вы представляете себе, подходит к тебе чувак, говорит, слушай, Алексей, у тебя есть член? Я даже не знаю, то есть это же как, это же ненормально. Может быть, вы там с другой ориентацией. Я спокойно отношусь к людям с другой ориентацией, но приставать ко мне не надо. Так, когда в Киев? В Киев мы планируем, но мы ждем сейчас, у нас есть переговоры с организаторами, мы все-таки в первый раз ждем, когда они у нас все-таки организуют нашу поездку в Киев. Если этого вдруг не случится, мы обязательно в этом 2020 году, который наступит, приедем в Украину. Мы хотим проехать не только в Киев, мы хотим приехать и в Одессу, и в Харьков, и, может быть, и в другие города. Все это будет связано, опять же, с организацией и с бронированием площадок у вас на месте. Такие вот дела. Так, когда в Зеленограде? Смотрите. Я время от времени выставляю посты, в которых пишу «Голосуйте за свой город». И там топ-3, топ-5, топ-10 городов, которые вы называете, мы обязательно приедем в этот город. Все. По количеству ваших лайков мы понимаем количество людей, которые в этом городе к нам придут. То есть, допустим, Краснодар проголосовал, и я сразу вижу, что у нас уже 85% всех билетов в Краснодаре продано. Такая же тема у нас проходит в Казани. Допустим, Петербург сейчас немножечко отстает. Но вот есть вот такие моменты. Если же мы в какой-то город мы приедем, а там у нас немного подписчиков, ну, это будет, наверное, не самый, наверное, лучший момент. Хотя до всех городов доберемся. Так, мне муж подарил билет на вас в Самаре. Ура, я вас жду. Какой у вас замечательный муж. Это редко бывает. Вы в первый раз, когда красили волосы? Нифига вы вопрос задали. Наверное, в 23 или 24. В Иркутск, когда мы приедете, есть такая тема. В Иркутск тоже, может быть, мы и приедем. Дальний Восток. Владивосток у нас прописан. Мы постараемся тоже приехать туда до 1 апреля. Все, опять же, зависит от площадок, которые у вас есть в городе. То есть, какая аренда. Вот. Цена на билет обычно у нас в районе 750 рублей. Плюс-минус 50. Так. Огромное спасибо Масе за рецепты, очень довольна, что приобрела, все ясно и доходчиво, ура, очень приятно. Мы на самом деле уже прописали еще две книги, сейчас они находятся у нас в редакции, дальше работают дизайнеры. И, соответственно, эти книги у нас должны до Нового года тоже выйти. Мы очень стараемся, потому что следующая книга – это «Новогодние салаты». Она должна выйти до Нового года, потому что если она выйдет после Нового года, это будет, братан, фиаско. Сочи, Екатеринбург, дорогие, слушайте, смотрите. Посмотрите обязательно у нас пост, который у меня был позавчера. Все же в ленте. Вы увидите, какие города я писал, какие места мы посетим. В общем-то, все там. Маленькие города тоже котируются. Почему нет? Цена билета в Краснодаре, как купить? Дорогие мои, шапка профиля. Вот вы сейчас у меня на страничке, Саша Шпак Офишел. Шапка профиля. На нижней строчке написано таймпад. Там все события во всех городах, которые у нас пройдут в этом году. Заходите обязательно туда. Нажимаете и буквально в одну минуту приобретаете себе билет. В общем-то, все просто. Песики у нас классные, да. Вы видите, у меня теперь вот такой вот забавненький маникюрчик с пяточками моих малышей. Так, как выиграть грудь? Все просто. Участвуйте у нас в марафоне. Будьте на него подписаны. Подписывайтесь также на Ларису. Это обязательное условие, потому что ведь она будет это делать. И, соответственно, по итогу марафона мы свободным способом узнаем пятерых победителей. Один из этих пятерых получит пластическую операцию, второй получит путевку на двоих на 10 дней, и еще три человека получат возможность сделать зубки и вылить его новую. Здесь вот у нас находятся вот такие вот подарочные сертификаты. Такие дела. Вот. Чего еще у нас хорошего? В общем-то так. Сашка, ты клевый, я рад. Правда, с малышами немножко не высыпаюсь. У нас Ричард с Джейсоном начали спать. И мы уже 2 недели как спали очень хорошо. Вот. Но появился Маркуля, и все. Маркуля, балагур, хрен поспит. Так, а что в впечатлениях, что было дальше? Слушайте, да все в порядке. На самом деле шоу абсолютно настоящее. Тебе никогда, то есть историю заранее никто не знает, абсолютно, и об этом-то весь и прикол, то есть приходится им рассказывать, а их задача выбить тебя из состояния равновесия, тебя пытаются подколоть, запутать, не дать договорить, и, соответственно, ты начинаешь совершать ошибки, и на этом они обыгрывают все эти моменты. Так, Сашка, отлично выглядишь, спасибо. Масенька здесь у меня, вон она занимается с малышами, вон моя зайка. Так.
А Маркуля здесь у нас бегает. Ну что, смотрите, мы вообще-то рядом. Мы вообще что, в ленте мало. Вон он у нас Ричард. За Ричардом спрятался Маркус. И Джейсон вот там вот у нас в домике сидит, играет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так что вот так вот. Все, в общем-то, я основная задача моего прямого эфира сейчас была сообщить вам еще раз. Что ты там грызешь? А, листик нашел. Основная задача была у меня сказать о том, что все, кто у нас зарегистрирован на марафон, присылайте, пожалуйста, билеты моему администратору Алексею, потому что иначе вы просто пропускаете моменты, которые мы туда закидываем. У нас уже там много постов, чтобы вы не пропускали. Так, Александр, с дизайном афиш и книг какая-то беда, или вы не заморачиваетесь? Ну, это на ваш взгляд беда, мой дорогой друг, вот, а всем очень-очень нравится. Так, итоги конкурса, когда еще можно зарегистрироваться? Итоги конкурса у нас будут 10 декабря по поводу марафона, потому что марафон начинается 18 ноября, заканчивается он 9 декабря, и 10 декабря мы узнаем пятерых победителей. Вот, зарегистрироваться, конечно, можно, ссылка здесь же в таймпаде, в общем-то, все смотрите обязательно. Чего лохматый, а я сегодня никуда особенно не выхожу, Маська одна. Хочу ваши круассаны, так это просто, их доставляют практически везде. Вот, собственно, вот так вот. Все, всем до встречи, всех любим, всех целуем. И постараемся сегодня еще выйти в эфир, а то что-то мы давно в эфир не выходили. Кстати, к следующему эфиру я постараюсь побриться, чтобы быть, знаете, такой... Вах. Все, Южная Корея, кстати, нам посылает много приветов. Привет, мои дорогие. Рига, привет. Собираемся везде, но за рубежом устраивать концерты посложнее, потому что мы делаем все, честно говоря, сами. У нас есть дружная команда, которая этим занимается, и это все не так и просто, как хотелось бы. Все, всем до встречи и хорошего воскресенья вам!